Есть такой анекдот старый. Там один из персонажей говорит: могу копать, а могу не копать. Так вот, в нашем случае музыкально мы не можем не копать, потому что музыка – это наше такое хобби, что с детства вот как мы начали заниматься, и так вот до сих пор продолжаем. Мы существуем уже как вот музыкальный коллектив уже достаточно давно, причем в разных формах. Это не обязательно там вот в составе ВИА, вот как ансамбля. То есть выступали с какими-то короткими музыкальными номерами там, и длинными. Вместе с Дмитрием, солистом нашего проекта, мы знакомы уже давно, еще со школьных лет. Играли потом в КВН вместе. И считать вот на любом языке до скольки хочешь. О. И ты на любом, давай, да. На немецком до 20. Пожалуйста, смотри. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Что касается нашего музыкального стиля, то мы стараемся как раз-таки использовать разные. Вот, ну, музыка, которая нравится нам, ну, это, естественно, зарубежка, вот рок вот этот вот, Pink Floyd, Beatles, Песняры, прекрасная команда, ансамбль целый, Юрий Антонов, вот эти группы конца 90-х, начала, вот такие, Машина времени, естественно. Процесс создания очень прост. Дима пишет стихи. Евгений Витальевич, наш гитарист, он придумывает музыку. Мы с барабанщиком записываем аранжировку и полностью все партии. И дальше отдаем то, что у нас получилось, на сведение, на студию. Все, и мы получаем после этого хороший продукт. Наши песни о том, что происходит в мире, причем именно в мире, а не только в нашей стране. О таких тенденциях, как сверхпотребление, я не знаю, что товары важнее, чем человек, что человеку не нужно быть личностью, а нужно быть там аккуратненько ходить там в стае. Группа называется «Голосы из места». Цель донести наш голос, чтобы нас услышали, возможно, задумались и, возможно, как-то стали развиваться, изменить свое мнение на какие-то вопросы. Я научу тебя плясать под дудочку. Я научу тебя клевать на удочку. Что касается нашей студии, все очень просто. Ковры, о которых так много пишут и которые неожиданно вдруг всем понравились, напоминают о нашем детстве, о нашем общем детстве. Мы все из Советского Союза. Ну и они где-то и звук приглушают, все-таки студия. Здравствуй, европейская мечта. Ну какие планы на будущее? Самые обыкновенные. Делать то, что у нас получается. Песни будем сочинять. У нас хорошо развивается канал, сайт. И люди нас смотрят. Очень многим нравится. Вот для них и будем дальше трудиться.